Расширение дорожного полотна и увеличение пропускной способности главных автомобильных артерий города – приоритетная задача служб благоустройства Самары. Особое внимание уделяется участкам уличной дорожной сети, недавно отремонтированным в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, после окончания снегопадов, вернувшихся в Самару в конце прошлой недели, в соответствии с технологическим циклом завершается основной объем работы на улице Ленинской. На улице Ленинской задействовано 8 единиц спецтехники и 4 дорожных рабочих. Силами МФ благоустройства выполняется комплекс мероприятий, а именно ведутся работы по расчистке и обработке проезжей части, расширению проезжей части, расчистке тротуаров, сдвигание снежных валов с пешеходных переходов. Убирают не просто качественно и своевременно, но и с должной бережливостью к дорожному и тротуарному покрытию, а также остальным обновленным элементам благоустройства участков, чтобы они как можно дольше служили жителям города. Где не проедет трактор, за дело берутся средства малой механизации и дорожные рабочие. Важно ничего не повредить. Работа ювелирная уже приносит плоды. Островки безопасности, которые устроили в рамках нацпроекта, а также дополнительные парковки, избавлены от снега. Полосы движения заполнены автомобилями. Нюансов много. Один из главных – это оставленный на обочине транспорт. Во время расчистки советуют убирать автомобиль совсем, либо переставлять на уже очищенные от снега площади, чтобы дорогу можно было сделать как можно шире. Дороги сейчас стали чистить, конечно, нормально, хорошо. Ну вот из-за таких нерадивых водителей, которые бросают свои машины на обочине, ну, конечно, затрудняет уборку снега. И из-за этого дороги сужаются. Пристальное внимание специалистов к Ленинской, которая проходит в исторической части города, приковано и днем, и в ночную смену. Всего же за зимний период только с этой улицы на полигон вывезли более 2000 тонн снега для его дальнейшей утилизации. Весной ремонт улицы Ленинской от фасада до фасада возобновится. В прошлом дорожно-строительном сезоне по нацпроекту он был выполнен в границах улиц Полевой и Чкалова. А также с опережением графика по плану 2021 подрядчик перешел и на участок от дома номер 1 до Венцика. В 2021 году комплексное преображение завершится на всем протяжении дорожного объекта. Это более 3 километров. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.